Ну, любопытно работать вот с материалом, который местный, как бы. Тоже ты хоть и живешь здесь, но ты не общаешься, например, с людьми там разного круга, людьми, ты не совсем пересекаешься. Поэтому это как-то обогащает. И вот очень греет то, что это конкретно реально диалоги. То есть это не то, что вот такая литература, это вот прям конкретно живая вещь, да, это как бы греет.